Вы уверены, что говорите по-русски правильно? Проверьте себя. Правильность русской речи во многом зависит от правильной постановки ударений. Вот, например, как правильно сказать «ходатайство» или «ходатайство»? Все подряд говорят «ходатайствовать», но я и не знаю, что это за слово. Вчера папа ходатайствовал, чтобы нашему соседу дверь починили. Это слово произносится так. Ходатайство. Ходатайство. Ходатайствовать. Ходатайствовать за друга. Ходатайствовать за коллегу. По правилам русского языка надо произносить «ходатайствовать за друга». Пришел ходатай за провинившегося. Ходатайствовать. Подать ходатайство. Я вас очень прошу, говорите по-русски.